Вот два радиатора. Это родной, который стоял на бурилке. А вот это вот пришел, который новый радиатор. Вот эта нижняя часть у него на новом. И вот эта нижняя часть на старом радиаторе. На новом радиаторе здесь вот такая пластина 4 сантиметра длиной. Соответственно, он будет уже выше стоять. Крыша не закроется у нас. Не закроется крыша у нас. И верхнюю часть мы его не закрепим. Потому что он крепится у нас. Верхняя часть, вот она, верхняя часть. Это у нас мешать не будет. Эти вперед, которые у нас в машинное отделение, вот эти полоски тоже тут крепления, тоже они нам мешать не будут. А вот это крепление, если мы нижнюю ту полосу не обрежем, вот эту крышку, мы его вверх не закрепим. То есть радиатор будет весить выше на 4 сантиметра. И здесь у нас вот эти вот ребра, крепления вот эти вот ребра, они тоже будут упираться у нас в заднюю стенку. В заднюю стенку, да. И вот эта крышка у нас, соответственно, тоже она не прикрутится, вот эта вот плоскость. То есть вот эти вот ребра, они его отодвинут маленько вперед в машинное отделение. Ну, здесь можно будет как-то что-то придумать, какие-нибудь проставочки сюда вот так поставить. Можно будет попробовать прикрепить его. Ну, а низ однозначно вот эту пластину нужно отрезать вот так вдоль бачка, прямо убирать ее. Иначе мы его просто не поставим. Вот здесь она гладкая, плоскость полностью бачка нижнего. Ничего нет, он ставится на пол. Так что вот эту штуку нам надо будет, крепление вот это на старого образца радиаторе, отрезать.